утро. Привлекать к здоровому образу жизни нужно начинать с самого детства. Говорят, те, кто занимался спортом, по статистике даже больше зарабатывают. В Перми пройдет футбольный турнир среди детсадовцев. Соревнования, которые начнутся уже сегодня, будут проведены в 4 районах города Перми. И это символично. 104 года назад, 24 мая 1911-го, в Перми состоялся спортивный праздник, который положил начало новому виду спорта в городе. Пермяки впервые увидели игру в футбол. С сегодняшнего дня в Перми закроют движение на перекрестке улиц Горького и Луначарского. Движение будет закрыто до 24 мая в связи с работами по капитальному ремонту улицы Горького. За это время подрядной организации предстоит выполнить на перекрестке замену дорожного полотна и переустроить рельсы. И сегодня же начнется ремонт на аварийной опасной дороге Дружбы. Проезжая часть будет сужена, а движение ограничено на участке от развязки Сосновый Бор до улицы профессора Дедюкина в Ленинском районе. Дорожное полотно общей площадью 22 тысячи квадратных метров заменят методом ресайклинга, когда производство, что называется, безотходное. Срезаемый слой асфальта после переработки тоже используется в работах. Сейчас и в выходные для туризма не самая лучшая погода, но именно в этот день, в 1954 году, основан Пермский отдел Географического общества СССР. Ничего удивительного. В этот день в Перми было сухо, светило солнце, а температура поднималась аж до 22 градусов. У нас же до 20 мая будет облачно, весьма вероятны небольшие дожди. Температура воздуха днем до плюс 16-18, ночью в диапазоне от 7 до 8 градусов. Скорость ветра не превысит 4 метров в секунду, но к четвергу, 21 мая, дожди прекратятся, а днем воздух вновь прогреется до плюс 20. Каждое время интересно по-своему. Рубеж 19-20 веков. Призрак революции бродит по Европе, а миром и войной, цивилизацией и культурой распоряжаются всего десятка-два олигархов. Савва Морозов был как раз одним из них. Баснословные миллионы, вложенные в театр Станиславского и в революцию. Трагическая, но при этом и счастливая любовь. Приобщиться к этой захватывающей истории из жизни мы предлагаем начать уже сегодня. В 20 часов на Вете стартует сериал «Савва Морозов». Мой дед выкупил себя за 17 тысяч у своего барина. И точка.